Всем привет, это Алексей Красиков из Школы эмоционального интеллекта. Здравствуйте! В этот четверг, 19:30 по Москве, состоится большой бесплатный обучающий вебинар, на котором мы обсудим все необходимые знания и обсудим ошибки, которые люди получают при работе с невротическими расстройствами. Начнем мы, конечно же, с дифференциальной диагностики, потому что отличить тревогу от паники, невроз от тревожного расстройства бывает достаточно сложно. Многие люди жалуются на панические атаки, их пытаются лечить от панических атак, не удосужившись собрать анамнез. А проблема заключается в том, что если лечить панические атаки методами, которые предназначены для тревожности, и наоборот, если лечить тревожность методами от панических атак и панические атаки методом от тревожности, это неэффективно. Поговорим о том, как дифференцируются общие симптомы и о том, как избежать ошибки на этапе диагностики. Затем перейдем к основным ошибкам при поэтапной работе с невротическими расстройствами, по работе с симптоматикой, когда нужна фармакология, когда не обязательно, когда ее отменять и когда ее не отменять, как советоваться правильно с врачом и как правильно составлять жалобы, чтобы врач не понял что-то лишнего, скажем так, да? Поговорим о том, нужно ли искать внутренние конфликты или не нужно. Поговорим о том, как работать с базовым напряжением, с тревожностью, и о том, почему психология неэффективна при терапии невротических и тревожных расстройств. Поговорим о том, почему у каждого человека есть жесткие убеждения, должествование и прочее, но у них нет невротических расстройств. Поговорим о том, почему многие люди пишут дневники СМЭР, пишут дневники когнитивно-поведенческой терапии, и у них ничего не получается. Поговорим о самых главных заблуждениях. В том числе поговорим о том, почему возникают так называемые рецидивы. На самом деле рецидивов никаких нету. Поговорим о том, почему вам не легче от того, когда заканчиваются панические атаки. В общем, все это в четверг в 19:30 в прямой трансляции на канале YouTube по закрытой ссылке вы увидите. В описании ролика есть ссылка на регистрацию, она абсолютно бесплатная. Еще очень важно дополнить. Этот вебинар не будет продавать никакой дополнительный вебинар. Мы не занимаемся такой историей. У меня нет такой темы, что сейчас я вам расскажу, а вот дальше за денежку вы узнаете что-то побольше. Мы таким не занимаемся. Поэтому это будет единственный вебинар, который не будет продавать ничего. Так что милости просим, рекомендую быть всем интересующимся психотерапией неврозов, эмоциональным интеллектом, физиологией мозга и коллегам, которые хотят быть по-настоящему эффективными для своих клиентов, а не просто рассказывать о тревожности, неврозах и панике, потому что информирование клиента – это не психотерапия. Психотерапия – это создание обстоятельств, при которых люди изменятся. Благодарю за внимание. Увидимся в четверг.